Всем привет! Сегодня 28 июля и собрали вот такую небольшую чашечку ягод земляники, которую выращивали из семян. У нас стояла 35, наверное, градусная жара, и вот поэтому некоторых кустов вот так вот погорели листья. Очень жарко было, дождей вообще нету, поэтому клубники нелегко пришлось, конечно. Ну, вот такая вот чашка ягод поспела. Есть ягодка и покрупнее, и помельче. В общем, всякое разное. Очень вкусная и ароматная. Некоторые продолжают вот так вот цвести. Вот так вот повторно зацветает. А вот здесь вот прошли, не собрали ягоду. Такая вот крупненькая выросла ягодка здесь. На этом кусту. В общем, такой вот приятный урожай.